Самая изысканная коллекция сегодня – главное предложение дня и так любимые наши модницы. Сейчас, к осеннему сезону, когда на улице будет разная погода, мы будем очаровываться и очаровывать вас нашим комплектом «Страна чудес». Поверьте мне, как только этот комплект появится в вашей жизни, чудеса придут. Сегодня вы получаете в комплекте бусы, серьги, колье, и я сразу хочу объявить акцию. Во-первых, у нас сегодня лучшая цена 1199 рублей сразу за три украшения, за целый образ. Но делая заказ сегодня на два комплекта, вы получаете скидку дополнительную 500 рублей. Мы умеем радовать щедро и делаем это красиво вместе с нашим экспертом-гемологом, прекрасной женщиной Риммой Гапошиной. Риммочка, здравствуй. Ой, Леночка, я рада представлять сегодня этот комплект, потому что это целый калейдоскоп камней натуральных. Посмотрите, какие они крупные и как красиво вот в этом роскошном дизайне ювелиры преподнесли для вас всю красоту камней, раскрыли для того, чтобы вы были самой яркой, самой очаровательной. Ведь вот это летнее послевкусие, которое таится в этих сочных красках натуральных камней, оно действительно здорово подчеркнет ваши осенние уютные такие оттенки, сделают их более манкими, более пряными. Ну и, конечно, те, кто любит носить яркие одежды, тоже очень здорово на контрасте подчеркнут ваше яркое настроение. Посмотрите, сколько же здесь сразу решений. Три в одном. Не нужно дополнительно приобретать, например, к серьгам колье или браслет. Это уже готовое решение. Вы больше не тратите ни денег, ни времени. Это готовое решение, которое создает красивые и романтичные осенние образы. Бесподобная гамма, и каждый из вас сегодня в этой гамме найдет свою любовь. Итак, любимые, в комплект, еще раз повторюсь, входит сегодня браслет, колье, серьги и, внимание, все это из натуральных камней. У нас впервые коллекция «Страна чудес» в прямом эфире, поэтому выбирайте, Риммочка, вот скажи, пожалуйста, как выбирать, какой лучший камень, какие у нас коллекции представлены? Я вижу красный коралл насыщенный. Да, давай вот рассмотрим, например, на Анастасию. У нас сегодня представлен агат. Ты видишь, какой он разнообразный. Сразу видно, что это натуральный камень, потому что каждый из этих кабошонов не повторяется. Александр Македонский своим воинам велел по пути, например, на какие-то сражения, обязательно, если находились агаты, отправлять их обратно в столицу, чтобы с ними работали самые именитые ювелиры. Этот камень ценился всегда. Далее, давайте начнем по порядку. Здесь мы видим черный агат также. Обратите внимание, красивый бархатистый такой камень, очень глубокий. Здесь мы видим красивый змеевик, это темно-зеленый камень, который на самом деле очень благороден, становится очень активным и энергичным человек, активизирует логическое мышление и способствует развитию памяти, а еще усиливает, если вы принимаете комплекс витаминов какой-то, про агат, который на Насте мы уже поговорили. Здесь у нас еще белый агат используется. Далее идет зеленый оникс, придает душевную гармонию, вдохновение, удачу, ну и способен снимать боль и нормализует кальциевый обмен в организме. Здесь мы видим также прессованный агат, то есть это крупные кабошоны, которые собраны исключительно из натурального камня. Здесь используются только натуральные органические вещества, которые создают для вас вот такие красивые кабошоны. Поэтому здесь нет никакой синтетики, это полностью натуральная сила природы. Далее коралл. Ну, коралл — это свежесть, это шик, это элегантность. Это то, что я рекомендую к осени подчеркнуть базовые унылые оттенки, такие как черный, например, который мы все обожаем. Шоколадный очень выгодно подчеркнет. И, например, серый и белый. Ну и бирюза – это радость, это счастье, это гармония, это душевное спокойствие и равновесие. Это то, что подчеркнет ваше хорошее настроение. Очень красиво. И мне очень нравится, что это настоящий образ. Для себя я выбрала бирюзу, потому что бирюза в нашей семье, она передается из поколения в поколение. У меня есть бусы и браслет из бирюзы, который носила еще бабушка. Я считаю, знаете, что когда я надеваю натуральные камни, когда надеваю украшения из натуральных камней, я не только краше становлюсь, но это еще особенная сила. Я желаю, чтобы вы выбирали. Кстати, очень удобные. Мне нравится, что безразмерный браслет, серьги настолько комфортно сидят, что я их практически не чувствую. И самое главное, вот я надела платье, костюм или блузу, я знаю, что у меня есть уже «Страна чудес». У меня есть настоящий образ, Рим.
Да, это готовый образ, не нужно больше ничего придумывать, подбирать по цвету камни, ведь бирюза тоже имеет разные оттенки. Но посмотрите, какая сочная, красивая, и вот этот жирный блеск, как же он идет безумно камням. Бирюза, напоминаю, это радость, это гармония, это счастье, это дружелюбие, оказывает существенное влияние и снимает ощущение тревоги. Обратите внимание, что это крупные камни, которые увеличиваются к центру, придают как бы статуса. Далее вы видите агат. У нас сегодня агата будет много. Это камень, который действительно дарит силу, победу. У вас новые планы на эту осень. Возьмите себе агат в качестве талисмана, и вы действительно будете поражены, как ваши планы быстро будут реализовываться. Напоминаю, что это агат. Обратите внимание, что камни не похожи друг на друга, поэтому это эксклюзивное колье, которое будет таким только у вас. Далее я рекомендую обязательно брать коралл. Сочный, красивый коралл всегда был символом достатка. Это гармония, очищение токсинов, это счастье и финансы в вашей жизни. Это яркий цвет, который обязательно подчеркнет и серые оттенки, все зимние цвета, да, которые мы любим, в серое облачаться, в черное облачаться, ну и, конечно, шоколадный. Ну и далее у нас еще будет очень много предложений. Но самое главное, что, смотрите, можно выбрать коралл и бирюзу, два комплекта и получить скидку 500 рублей. Поэтому успевайте делать заказы, делайте подарки. День учителя, день воспитателя, на праздники, просто себе любимым. Вам не нужно искать что-то новое, потому что мы для вас нашли. Чудеса будут случаться в вашей жизни. Серьги, браслет, колье, 1199 рублей. Это эксклюзивная цена, которая есть только на нашем телеканале. Поэтому выбирайте. Римочка, с чем ты сегодня нам советуешь носить такие камни, натуральные камни? С какими оттенками сочетать? Да, я очень хотела бы продемонстрировать вам, как красиво вы можете сочетать это с осенними оттенками. У меня представлена здесь довольно широкая гамма ярких цветов, и я хочу показать, как же красиво это будет выглядеть наперед. Например, если вы берете вот такой зеленый оникс, да, как он красиво будет сочетаться, например, с голубыми оттенками, с холодными, такой цвет морозного неба. Видите, как на контрасте, а если вы еще и загорели этим летом, это будет бесподобно и очень красиво. Опять же, если говорить о манких оттенках, то мы можем взять вот такой красивый змеевик и сочетать это с нашими осенними горчичными цветами. Далее, коралл. Я хочу вот пройти к серой водолазке и показать вам, как красиво очень дополняет, ну, обычный, казалось бы, серый цвет, да, именно красный, как выгодно он представляет. Ну и, конечно, вы все знаете, что бирюза идеально также подходит и к серому. В общем-то, все оттенки здорово отыграют именно на ваших базовых предложениях. Итак, дорогие мои, самые прекрасные настроения сегодня от телеканала Шоп-н-Шоу. Я еще раз повторюсь, я выбрала комплект с бирюзой, и мне он очень нравится, это страна чудес. Три в одном, три украшения за 1199 рублей, два комплекта со скидкой 500 рублей.